Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Крепко заперто. Вон. А, да. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Мальчику нужна помощь! Брат, ты нужен сыну! Но туда не добраться. Трума! Гляди в оба, сын! Трума! Следи за ним! Готов!
Оборотень готов! Кто-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Хватит дурить, делай то, что сказано. Я не шучу. Он сражался с дядей и ушел живым. Оскар, дядя наш давно ни хрена не был. Если отец не твой, значит и выпал. Так что хватит репаться. Соберись, пока избавляться. Да бьешь ты меня. Да, нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. А? Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать! Yeah!
уже не помню, когда он... Вот это противно! А старики ли об этом ягненке? Не мой! Невероятно! Ты собрался выступить против всего Асгарда? Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твои тещи ручонки ведь еле держат клуб. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить урок. Мне нужен твой второй глаз. Блин, не слушай его, он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Берегись! Берегитесь, уродцы. Сейчас попляшем. Берегитесь, уродцы. Обернись. Берегись. Мой любимый момент. Обернись. Мой любимый момент. Держись. Это мой любимый момент. Берегитесь, уродцы. Боги, пора! Прекрати! Сын, соберись! Ха-ха!
Держи! Держи себя в руках! Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты, мерзавец! Черед! Вернись, Дэнфус! Башку тебя оторву! Болезнь. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить. Волшебный замок. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор? Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Thank you.
Вы уже добрались до склада Фафнера? Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Парень совсем нездоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справа. На другой стороне есть путь к выходу.
Снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Смотри, тут еще.
А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Валькирия? В заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Ага. Вот теперь она точно заметила! Освободи меня! Следи за ними! Отец!
Спасайся! Дракулы! Я готов! Берегись, отец! Это я почувствовал. Освободили меня от моей скверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается Валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба Валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом.
Двери туда, внизу, под храмом. Они были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейм. Можем еще тут преследовать. Везец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Мимир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурвангеля. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Сокровищница Тюра за магическим замком. Брат, резец! Сокровищница Тюра. Еще одна из этих штук. Вон там. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой! Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я... Запах чуешь? Да, чую. Пахнет... дождем? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь... Все решат, что я получил его, потому что магни нет. Меня засмеют. Но если я убью тебя, смеяться не будут. Нет! Трума! Ты тупой. Это у тебя от папаши? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме. Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца. Хватит! Ой, кажется, я его сломал. Ha ha ha.
спустимся! Брат, мальчик! Атрей! Скорее неси его к Фрейе, иначе никак! Лодку. Дом Фрейи недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрейи для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ней происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Змея. Жар усилился, и его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь. Мальчик заболел! Фрейя! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие.
Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. Фрейя, тогда в прошлый раз я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери.